5 вещей, которые нужно повесить на окно, чтобы защитить свой дом от негатива. Как и двери, окна являются одним из элементов дома, обладающим магическими свойствами. Для многих окно – прозрачная преграда, оберегающая жилище от внешних погодных воздействий и проникновения в дом нежелательных посетителей. Птиц, насекомых, животных. Прозрачность окна делает доступным мир по обе стороны стекла, не препятствуя обмену информацией и энергиями окружающего пространства. Причем энергетический обмен, как правило, проходит именно на уровне тонких материй. Любое, даже крохотное окно, это проход, по которому свободно циркулируют энергетические потоки. Подобно зеркалам, стеклянные поверхности окон также обладают способностью отражать предметы. Хотя отражения в оконных стеклах выходят не столь четкими и ясными, во многом магические свойства окон схожи с мистическими качествами, присущими зеркалам. Какие защитные обереги, размещенные на окне, смогут защитить дом от негативного воздействия? Чтобы воспрепятствовать проникновению в жилище негативных и разрушительных энергий через окна, с давних времен на стекле либо оконной раме рисовали особенные охранные символы. На Руси в качестве обережного знака было принято рисовать крест. Даже сегодня в современных квартирах нередко можно увидеть начертанный на стекле охранный крест. В иных странах в качестве обережных символов на окне рисовали глаз либо свастику. Однако защиту окна могут обеспечить не только нарисованные символы. Воспрепятствовать проникновению в жилище негативу могут и другие предметы, которые достаточно просто разместить на подоконнике либо повесить на раму окна. Превосходным оберегом станут всевозможные комнатные цветы, размещенные на подоконниках, особенно сильно пышно цветущие растения, которые чутко улавливают весь собирающийся у окон негатив и, преобразовав его в созидательную энергию, передают хозяевам дома. Прекрасно справляются с задачей отпугивания злых духов всевозможные колокольчики, которые специально развешивают на часто открываемых в форточках. Такой же отпугивающей силой обладают и положенные на подоконник мелкие монетки. При этом такой оберег еще и становится магнитом, притягивающим через окно энергетические потоки богатства. Всякая нечисть панически боится свечей и икон, принесенных из храма, поэтому, разместив на окошке небольшую иконку и поставив рядом с ней свечу, вы поставите на окно мощную защиту, преодолеть которую не смогут никакие злые силы. Издавна защитницей, оберегающей жилище от всевозможных напастей и негативных воздействий, считалась кукла-матанка, делается кукла, собственно, ручная из соломы, ниток, лент, цветных лоскутков. Прикрепленная к окошку такая куколка-охранница не только сохранит гармонию и согласие в доме, но и отгонит от него людей со злыми намерениями. Поможет сохранить благополучие, и выставленная на окно хрустальная ваза магические свойства хрусталя сделают окна неприступными для всякого магического воздействия. Обросив в вазу горсточку монет, вы откроете проход через окно для денежных потоков. Какие защитные обереги, размещенные на окне, смогут защитить дом от негативного воздействия? Чтобы воспрепятствовать проникновению в жилище негативных и разрушительных энергий через окна, с давних времен на стекле либо оконной раме рисовали особенные охранные символы. На Руси в качестве обережного знака было принято рисовать крест. Даже сегодня в современных квартирах нередко можно увидеть начертанный на стекле охранный крест. В иных странах в качестве обережных символов на окне рисовали глаз либо свастику. Однако защиту окна могут обеспечить не только нарисованные символы. Воспрепятствовать проникновению в жилище негативу могут и другие предметы, которые достаточно просто разместить на подоконнике либо повесить на раму окна. Превосходным оберегом станут всевозможные комнатные цветы, размещенные на подоконниках, особенно сильно пышно цветущие растения, которые чутко улавливают весь собирающийся у окон негатив и, преобразовав его в созидательную энергию, передают хозяевам дома. Прекрасно справляются с задачей отпугивания злых духов всевозможные колокольчики, которые специально развешивают на часто открываемых в форточках. Такой же отпугивающей силой обладают и положенные на подоконник мелкие монетки. При этом такой оберег еще и становится магнитом, притягивающим через окно энергетические потоки богатства. Всякая нечисть панически боится свечей и икон, принесенных из храма, поэтому, разместив на окошке небольшую иконку и поставив рядом с ней свечу, вы поставите на окно мощную защиту, преодолеть которую не смогут никакие злые силы.
издавна защитницей, оберегающей жилище от всевозможных напастей и негативных воздействий, считалась кукла «Матанка делается кукла». Собственноручно из соломы, ниток, лент, цветных лоскутков. Прикрепленная к окошку такая куколка-охранница не только сохранит гармонию и согласие в доме, но и отгонит от него людей со злыми намерениями. Поможет сохранить благополучие, выставленная на окно хрустальная ваза. Магические свойства хрусталя сделают окна неприступными для всякого магического воздействия. Обросив в вазу горсточку монет, вы откроете проход через окно для денежных потоков.